Бадминтон и зрение. Такую программу презентовали в комплексе «Территория спорта» главе города Юрию Гришану. По словам специалистов, польза для глаз необычного вида спорта давно доказана. Попасть на занятия может любой желающий. Родителям с детьми после обращения к лечащему врачу выдадут направление на занятия бадминтоном. Чтобы добиться результатов, заниматься нужно постоянно. Есть специальные методики, которые позволяют людям, которые страдают миопией, там, близорукостью, восстанавливать зрение. У нас люди на тренировках снимают очки. Поэтому мы воспользовались, и самое приятное, что мы сделали это одни из самых первых в стране. У нас контракт с Минздравом на уровне федерации, и вот, пожалуйста, программы работают. В здании есть три корта, которые отвечают требованиям мирового уровня. Мэр Магадана Юрий Гришан отметил, что ракеточные виды спорта внесут большой вклад в укрепление здоровья жителей областного центра. Кроме того, помогут малому бизнесу. Вот сейчас был в территории спорта. Две новых федерации открыли – бадминтона и тенниса. Привезли тренеров. Это частная структура. И если частник занимается спортивными залами и спортом, значит, это выгодно не только людям, но и бизнесу. И мы приветствуем. Также в спортивном комплексе проводят открытые тренировки по теннису. По словам специалистов, здесь созданы все условия, чтобы гости могли играть на профессиональном или любительском уровнях. Кроме того, здесь можно позаниматься волейболом и мини-футболом, а еще индивидуально заниматься с тренером.